Всем привет! Сегодня у нас будет небольшое видео. Будем сегодня смотреть на вот такую вот распаковочку. Будет у нас вот такого лазер Distance Meter. Покупался он на GearBest за 16,99. 40 метров. Открываем, смотрим, что у нас внутри. Я его еще не распаковывал, просто убрал упаковку. И смотрим. Больших габаритов, он легко помещается в руку. Как раньше были мобильные телефоны с большой батареей, в которой можно было и пользоваться телефоном, и заряжать другие устройства. То есть вот подобное такому. Сверху у нас здесь, я так понимаю, лазер, обратка, экранчик. Кнопки нажимаются мягкие, и они прорезинены полностью. И я так понимаю, его можно, наверное, намочить легконько. А нет, наверное, все-таки нельзя. Да, крышечка здесь такая, что ну, нельзя его лучше мочить, но спереди, если попала какая-то влага, она не должна попасть внутрь. И вроде бы сделано все прорезинено, так вроде неплохо сделано. Вот эта вот вставка пластик, а вот эти вот красные, это резинка. То есть, ну резина такая, более мягкая, а вот это вот пластик, из которого сделан весь корпус. Сзади у нас какое-то предупреждение, что не нужно светить в глаза. Ну и две мини-пальчиковые батарейки. Давайте сейчас возьмем батарейки и попробуем. Взял метр, сейчас будем пробовать, не знаю, он на какую дистанцию. Сейчас посмотрим, сколько, что он должен ловить. Смотрите, у нас есть здесь еще инструкция, да, спецификация, инструкция и темлячочек. Вот такой вот маленький, коротенький, который можно прицепить и таскать при устройстве с собой удобно. Ну, давайте отложим коробку, посмотрим на инструкцию. Здесь у нас дистанция от 5 сантиметров можно, от 5 до 40 метров. Это минимальный у нас получается метр. Есть разные модификации этого метра, которые могут мерять до скольки, до 150 метров. Ну, я думаю, там, допустим, для домашних условий это хватит до 40 метров. Это вполне хватает. Даже уверен, что и на стройке будет хватать 40 метров. Ну, конечно, если вы там не строите заводы и предприятия. В рамках постройки жилья, я думаю, это должно более чем хватать. Итак, давайте я сделал себе вот такой вот ограничитель. Так, коробочка что-то неустойчива. Вот. И давайте попробуем замерить. Положил метр. И попробуем, батарейки вставили, включаем. Включается он. И сейчас показывает градусы. Это что, температура? Комнатная температура, наверное. Понял, градусы — это угол наклона в градусах. А я вначале подумал показывать температуру. Итак, взял метр, взял такую вот площадку, будем сейчас что-то замерять. Показывает он сразу, здесь можно меню отображения, разные виды отображения информации. И сейчас вот он показывает градусы, да, под каким углом мы держим. Вот, сейчас 0, вот, 8,5 градусов, 15,6. Вертикально он вообще ничего не показывает. Вот под углом 44, то есть вертикально опять же ничего не показывает. Вот так показывает 0,3, 0,4. 0,4 вот так показывает угол. Не знаю, будет видно, нет. Вот 0,5, 0,6. В общем, показывает углы наклона устройства, то есть можно понимать, под каким углом мы сейчас находимся. Давайте же разберемся с расстоянием. Итак, мы можем выбрать сейчас, вот эта вот кнопка обозначает, откуда мерять, от конца устройства или от начала устройства измерять расстояние. Вот мы сейчас выбрали от начала или от конца. Давайте от начала. Теперь нам нужно навести, куда мы хотим. Да, вот измерение, которое я делал только что, то есть 22 сантиметра. Ну, давайте сделаем 20, положим сантиметров и нажмем для измерения информации. И сейчас получается 20 сантиметров 3 миллиметра. Видите? Замерила. Давайте попробуем 13. Замерили 13,3. Видите? Меряет довольно-таки точно. Ну вот 3 миллиметра я выставил, видите, впритык к коробке. Но мне кажется, что за счет вот этого вот, что у меня не совсем ровно лежит метр,
то, соответственно, вот эти 3 мм как раз это искажение, наверное, и есть. Давайте посмотрим сейчас, что у нас покажет. Вот, 11,9. И давайте замеряем от конца. Выбираем конец. Вот, от конца у нас 23,6. Давайте вот так поднимем и посмотрим. То есть 23,6 было. Вот, отличное устройство, отлично все работает, все точно показывает, можно запоминать, то есть есть программы, сохраняются все ваши замеры, то есть и по ним можно потом пробежаться, переключаться, видите, то есть мы только что все, что замерили, оно все сохранилось, и теперь мы плюсом-минусом можно, можем... пробежаться по всем нашим замерам. То есть мы можем записать там один, допустим, меряем одну стену, там два, меряем другую стену, и потом, когда мы садимся, допустим, чертить график или рисовать это все, фиксировать, все можно перенести отсюда. Ну и последнее, о чем хотелось сказать, это вот кнопка стирания одного показателя, который у нас есть, либо полностью выключение. При выключении устройства все, что мы сохранили в нем, оно остается в памяти. То есть давайте включим, посмотрим. Я сохранял до этого, несколько делал замеров, и нажимаем на units, все, 8 замеров я делал, то есть 8 программ памяти. Эта программа вот просто, мы меряем, и оно запоминает меры. Здесь мы делаем по 2 замера в этом режиме, а в этом режиме один замер. И, допустим, нам нужно стереть второй, просто нажали один раз C, и все, видите, осталось 7. Было 8, стало 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все стерли вообще. Вот, ну и, соответственно, мы можем выбрать режимы. Вот 4 можно замера делать, то есть за одну программу. 3 с запоминанием угла. Опять же, 2 получается с запоминанием угла. Но углы уже другие, видите, то есть здесь у нас отображены, какие мы углы меряем. Ну и стандартная программа, раз, два, три. Вот, так. И последнее, то есть если просто мы включили, да, и мы можем сразу замерить, просто одним нажатием замерить, какая у нас была, какое расстояние у нас было. Так. Вот, ну это все сантиметры, давайте я попробую на другую стену, в другую сторону нас посветить и посмотрим, какое расстояние у меня к стене противоположной. 3,97,4 метра, это почти 4 метра до моего стула. Теперь хочу посмотреть до монитора. До монитора 3,81,6, что-то неправильно, потому что стула ближе находится, 3,97 показал. Давайте перепроверим по стулу. 2,513, давайте еще раз в стула проверим. Скорее всего, я, наверное, тогда неправильно нажимал кнопку и сместил, и оно посмотрело на стену, наверное. Вот, потому что 2,15, давайте еще раз прицелюсь в стула. Да, то есть 2,502, стула у меня все правильно. Теперь давайте монитор. До монитора 3,820. Ну и там должно быть где-то 3,811, да, то есть, и чуть-чуть там сантиметров 10, наверное, до стены должно быть расстояние от монитора, да, то есть получается, что даже не 10, а 16 сантиметров, 15. Все работает, отличное устройство, покупал на GearBest, ссылка будет в описании, ну, мне очень понравилось, в хозяйстве такая штука очень пригодится, чтобы не таскаться с вот таким вот метром, даже металлический метр, то есть вполне заменяет обычный строительный металлический метр, довольно-таки четкие показания, мне очень нравится, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!